Под Дзержинском завершается газификация поселка Пыра. Это один из крупнейших нижегородских поселков, но несмотря на то, что он находится рядом с Нижним Новгородом, газа там никогда не было. К сегодняшнему дню работы по газификации завершены на 80%. Мы готовим сейчас уже смонтированный газопровод к пневматическим испытаниям. В данный момент мы заправили ПЖ внутрь газопровода, чтобы удалить влагу, какие-то загрязнения. И начинаем пневматическую опрессовку на герметичность. Мы ведем разъяснительную беседу с жителями, чтобы они начали готовить свои домовладения. Это оформление документов, подбор оборудования, газовое оборудование, вентканалы. На сегодняшний день, наверное, порядка 100 домовладений ждут уже подключения газа. Очень сильно ждем. Уже очень давно. Мы построили дом, запустили в 2020. Ну, мы шаги уже сделали в том плане, что мы закупили оборудование, оплатили материалы, которые будут идти, газовая разводка. Только газ ждем. Газификация Пыра – это один из самых таких наших важных проектов, самый большой поселок в городском округе. Сейчас все находится уже на финальной стадии, осталось там буквально несколько сотен метров для соединения, уже идет параллельно внутренняя разводка в поселке. Уверен, что в этот отопительный сезон уже жители войдут с газом. И самое главное, что и теплоисточник наш тоже уже перейдет на газ.